Первый президент Белорусской лиги интеллектуальных команд, организатор международных фестивалей и человек года по версии Международной ассоциации клубов «Что де калі». Все это про Леонида Климовича. До всех регалий ведомого гульца додалась еще одна. На штогодовом чемпионате света «Что де калі» за укладу развитию интеллектуального руху Леониду Климовичу присудили премию имя Владимира Ворошилова. Мне чуть ли не в полночь позвонил друг из Тбилиси, где еще отмерзал. «Ой, я тебя поздравляю», я сказал, «с чем?» Спросонья, ну как, тебе вручили премию имени Ворошилова. Сначала я не поверил просто-напросто, но потом пришлось, потому что очень подтверждения пришли солидные. И поздравления сразу, вообще от многих. На чемпионате света заснованы целый шерох номинаций, однако узнагорода у гэты возвышается над остатними. За всю историю чемпионату яе атрымали только 10 человек. Пералік пераможцаў некалі пачаў сам магистр интеллектуальной гульни Александр Друзь. Гэты спіс протягнули Борис Бурда, Владимир Белкин и многие вядомыя гульцы. Дарэчы, у Беларуси интеллектуальный рух пачаўся менавіта з Леоніда Климовича. Первый клуб в Украине, первый международный турнир и первый чемпионат Европы сярод школьников. У выніку, дякуючы яму, створено громадское объединение «Белорусская лига интеллектуальных команд». Зараз свою справу он протягивает так само в роли ведущего программы «Рудит пятерка» на телеканале «Беларусь-4». Исходное название было «Знать Белой Руси». По-моему, это красивее. Ну, так решили. Самое главное, что здесь детишки, мало того, что они показывают свои знания, мало того, что они учатся работать командой, они еще и вырабатывают бесценный опыт социализации, общения и вот такого стрессового состояния, которое, ой, как им пригодится в жизни. Ну, что наша жизнь, игра? Шмат гадоў таму Леонид стаяў перед выбором. Клуб веселых и знаходливых, те гульня «Что де калі». Сёння з вышыні 30-гадовага вопыту кажа, что про выбор не шкадуе. У яго планах и марах выиграть крыштальную и дыяментовую су у Москве. Ганна Кавалёва, Александр Александрунец, телерадиокомпания «Гомель».